Так, ребятушки, ну что, добрый день. Добрый день, здорово. Здорово, здорово, здорово. С вами Мадеш, и мы начинаем. Я утопаю в омуте. Прикольная песня. Это все Космея виновата, вините ее в этой песне. Да, она сейчас пела на стриме на своем. Я там что-то поглядывал, пока тут собирался к вам. Поглядывал, как они у нас там играют в этот... в Дредхангер. Меня не позвали. Кстати, Хакона забанили, прикиньте, за голую жопу Райана Гослинга, походу. Ну, не знаю, за что там еще. Ну, короче, нехрен смотреть фильмы на Твиче, вот, да. У нас, вон, на ВК-плей даже сиськи показывают, и ничего. Я, правда, не знаю таких стримеров, но я слышал, что там реально, там, девки с сиськами, все вот это вот. Ага. И ничего. Все живы, здоровы. Так что как-то так. Так. Паламона звучит как покемоны паладины. Ой-ой. А чё ты Градорму? Ты, наверное, не понял мои шутки. Ну ладно, неважно, короче. Так. Так. Сейчас. Анонс я все сделал. Ботов я запустил. Вроде как. Опять он не сохраняет, что ли, блин, эти превьюшки на ВК. Да что ж такое-то? Вот постоянно эта хрень сбрасывается. Я офигею, почему? Почему здесь звук включен на этом сайте? Да, 8 часов мы идем с вами играть в Lethal Company с андерграундом. Я, кстати, неправильно это. Сейчас. Надо... Ладно. Знаешь, я так... Где именно была шутка? Да забей, все, неважно. Это будет меня компрометировать. Так, ладно. Все, вроде все сделал. Погнали. Так, надо только музыку переключить. Мне, пожалуйста, мою волну. Назиба. Пойдемте дальше покемонов ловить. Ту-ту-ту-тум. Блин, ну что такое-то? Что-то я какой-то не собранный. Блин, я проснулся 1,5 часа назад. Короче, Градорму, чтобы ты понял, вспомни полицейскую академию. Короче, вот про что я шутил. А тут сейчас пойдешь и рассказываешь, что там на ВК-плее порнуху смотрят, блин. Ой-ё. Здравствуйте, покемоны. Так. Чё там? Конвейерная фабрика сфер? Что? Это что такое? Да что у меня там попало мне в горло, блин? Извините. Конвейерная фабрика. Прикольно. Гранаты вон. А, ты Хакону удивился. А-а-а. Ну да, его забанили сегодня ночью. Пока он спал. А в 5 утра. А, вот стационарный пулемет. 40 уровень нужен на это, охренеть. Я, честно говоря, не знаю уже, что в этой игре делать. Вот там Расти просто написала в своем ТГ, а я не спал еще. Ну вот, заснуть не мог. И в итоге, да. Шук, здорово. Ау.
Так, нам нужен генератор. Вот он. А, вон, можно арбалеты будет построить. Надо уровень добить. Блин, до хрена еще. Кто мне кинул дерево? Кто мне кинул палку? Признавайте. Ну вы, конечно, тут натаскали, натаскали, конечно, да. Так. Ладно, мне всего хватает, в принципе, я не буду их распределять по ролям. Это можно было бы сделать, но мне впадло. Так, 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 так. Что делать-то пойдем? Надо что-то делать, чат. Что мы можем делать? Здесь мы убили. А, нет, мы здесь не убили. Мы убили где-то. Это убивали, 23-й. Это мы даже не нападали. Ну тут мы просто путешествовали. Ну пойдемте дальше путешествовать, что? А. Насколько забанили, а черт его знает. Да, он не может появляться, поэтому у них сегодня чуть не отменилось. Дредхангер. В итоге вместо него джедайчика взяли. Мне не предлагали, если что. Я, видать, не настолько хорош для топичей. Не, ну, наверное, просто надо меньше поносить дредхангер, тогда меня больше будут брать. Ну, это я так, мысли слух. Типа, я все равно спал, я бы не ответил даже. Да ёпта, иди ты. Да иди нафиг, бей вы этого. Ой-ой-ой. Не ту кнопку. У меня сфер-то нету. Вы что, завалили Градорму? Ублюдки! Отрежьте ему голову. Да я не могу столько кнопок нажимать, блин. Малкович, привет. Фу. Блин, надо домой возвращаться. Они убили Градорму, сволочи. Пошли глиста в скафандре, блин. Домой. Отбегались, все. Надо делать перекач, мне кажется. Теперь два таких. Да, это надолго. Видел у Дангара, как они, короче, вылупляют. Они специальный домик построили. Там в нем, короче, этот. Печка стоит. И там у них прям моментально они вылупляются. Завис, да? Сейчас у меня есть такая штука. Я там что, голодный? Я поел. Правда, в жизни, ну ладно. А, все, не нравится, да? Ладно. Блин, вот построить бы вот здесь эту штуку, вот было бы вообще класс. А, подожди, а может это можно сделать? Да блин. Перетащи убитого вниз на участок. Подожди 10 секунд, и он воскреснет, да? 5-4. Точно воскреснет. Пока он валяется дохликом. Нифига он не воскресает.
пофиг. Блин, такой огромный фундамент. Ключ мне, кстати, пока не дали на игру, которую мы вчера там хотели с вами потыкать. Подождите секунду, чат, сейчас. Такая... А, это сам 41? А, ну да. Так. Блин, тут камушки эти, я не хочу их. Ну ты серьезно не можешь приджойниться сюда? А может, все отлично. Так. Я делаю пирс. Ну типа. Да ладно. Блин. Но она типа далеко, я так понимаю. Ой. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Ну серьезно. Да говно. Да уйди! Все решили тут походить, что ли? Бля, так некрасиво. А, ну я еще далеко поставил. Ну как-то вот сюда, может, ближе. А, можно вообще... Что так подойдет. Да сука. А что мы видел, работает. Он воскресает с одним хп. Что за, я не видел. Я не хочу, чтобы там камень торчал. Ну блин, хочу красиво сделать. Ты серьезно, что ли? Ну что она, почему она не хочет-то? Нет, не хочется. Ой. Почему? Теперь и так ты не хочешь. Блин, какое же тупое тут место.
Ну это же говно. Ну, а смысл какой-то? Тут все равно камень. Да нет, за зону там не вылезает. Я же специально делаю, чтобы за зону не вылезала. Видите, в камень-то ее можно воткнуть, но... Может, вот так сделать? Некрасиво, конечно. Вот видишь? Но за зону не вылезает. Просто на другой объект какой-то. Какой объект, бляха-муха? Здорово, Волф, привет. Ну, крышу, понятно, нельзя. Да. Уйди, пожалуйста, отсюда. Спасибо. Накладывается на другой объект. Видите, не написано, что это зона. Нижняя часть текстуры, что... А, ты... А, слушай, может быть, кстати. Тогда да, тогда ты прав. Видно, насколько я могу ее... Мне надо вот так ее сделать. Она будет прямо там внизу. Короче, надо вот здесь вот делать. Подожди. Я же делал за... Вон, смотри. Сейчас. Вот, видишь, она же за зону может выходить. Очень странно, короче, это все. Насколько я могу максимально ее за зону? Вот. Видишь? Тут что-то другое. Ну, хз. Вот я тоже хз. Не размещено на земле. Угу. А что можно сделать такого? А так можно красиво, кстати, сделать. А можно мне освещение, блин? Да ёпта. Нихера не сделаю. Что нихера не сделаю? Что я нихера не сделаю? Что такое опять? А что я нихера не сделаю, да я не понял. Что я могу? Ну, я все сделал, что мне нужно было. Тут, конечно, да, косяк будет. А ты здесь не лучше. Там просто текстуры нету под этим, поэтому. Говно. Хотя зачем тогда мне эти штуки на самом деле? И вправду. Я согласен, не нужны. И так сойдет. Накладывается на другой объект. Видите, что мне пишет? Типа не то, что там... Типа я за зоной. Нет. Так, градорма вылечился. Все.
лестницей. Да, нормально. Так, что вообще мне надо-то? Мне каких-то пушистиков надо, по-моему, убивать, да? Дрить у меня всякого говна. А, и металла у меня, да, тетю? Хотя нет, 40 штук. В принципе, нормально. Сколько я могу сделать зеленых сфер? 25. Надо делать. А где там мой этот? Работай. Давай, давай, куда попёр? Паши. Король медведей, блин. Пипец, он такой жесткий, конечно. А попробуй с ним повоевать, может, он реально джибошит вообще. Интересно, а на каком уровне вторая башня? Мне, кстати, тут сегодня в каком-то чате у Дивы Футу, по-моему, написал там чувак. Типа, он на пятой башне, и там вообще ваншотят, короче, покемонов. Жесть. Опять я голодный, серьезно, так быстро? Спасибо, вали обратно. Я ж только что отъедался. Несытная еда получается. Так, что у нас там? Почти наступил рассвет. Так, мне получается туда. Нет, не туда. Вот. Туда, да? Да. Уа! Уа! Ой, нет. Во. Света, привет! Привет, Света! 100 лет тебя не видели. Как дела? Мента, здорово! Здорово, ребят. Нашел заледеневшее яйцо. Здорово всем, привет еще, ребят, здорово. Подожди, просто Ментос? Ты же был, по-моему, просто Стиморлом, нет? Или вы разные люди? А что потом будет, Хуба-Буба? Ну, еще яйцо. Блин, я надеюсь, что мне завтра дадут игру. Адепт. Организация по защите палов? А. Это они не со мной. Это они с Кэтрес дерутся. А чё, там есть кто? Пускай дерутся. Там Кэтрес сейчас их развалит, наверное. Ой, а кто это? Тут какой-то покемон прикольный. Так. Что это было? Что это, блин? Прохнула.
Да господи, во что ты попал? Блин, ты вообще гнида. Короче, тут уже золотые нужны. Ну все, он сейчас умрет. Да пипец ты жесткий тип. Не, нафиг тебя. Тихо. Столько на него потратили, блин. А чё, у них есть там клетка? Блин, там есть клетка с каким-то чуваком. Где враги? Врагов пока я не вижу. Они все умерли? А, там телепорт еще. А после золотой шара что будет мифрил, я не знаю, вряд ли. Че, напал на меня? Отстань, блин! Дура тупая. Свали. Бобер Вася, здорово! Привет! Что-то я его далеко кинул, да? Ай! Ну и как ты ее? Давай. Ну... Что-то ты такой себе, короче. Блин, я чё, горю, блин. Да потушись, а. Не хочу в воду бежать, мне впадло. А, во. Потух. Взлетаем. Там что-то есть. Что это? Патрон для пистолета. Ну класс. Я уж думал сундук. Тот самый. Но нет. Но не он. Надо было патрон на крафт поставить на самом деле. А, бля, я думал яйцо. Кто там такой ходит? 30 уровень. Ага. Понятно. О, смотри, там что-то есть. Ух ты ж, блин. Да отвали, придурок. Господи, отстань. Там босс. Как жизнь? Да, в целом неплохо. Как твоя? Вон еще один телепорт вижу. А это там моя база? Да, вон там моя база. А, вон даже мои телепорты видно на самом деле. Такие коричневые пятна. Вон, видите? Вот посерединке вот раз. И вон два. Так. Ну что? Че, в ту деревню полетим, наверное? А че бы нет? Полетели? А, это, блин, не деревня, ни хрена. Это опять эти... Ублюдки. Берег убывающей луны. Так, надо снижаться. Так, у них там война, как обычно. Это хорошо. Пускай дерутся. Свиномоз какой-то. Что ты слетаешь-то, хватит?
Жизнь нормально, чё? Стримим потихоньку. Копим на ремонт. Медленно, но копим. Так что да. Хочется, конечно, чтобы быстрее копилось, но это уже от вас зависит. Потому что вы мои работодатели. Чё, херануть туда? Чувака, сюда. Ай, блин, меня-то за что? Я чтобы не дрался. Нихера себе. Вали. Тупая бабочка, блин. Да ёпта. Хорош. На тебе в лицо. Уи. О, опять такой. Мы такого уже освободили. Блин, а их что, три вида получается? Желтые, зеленые и синие? Я уже говорил про импотенцию, да? Импотейшн. Синенький шарик. Да. Вот этих, по-моему, убивать надо как раз. Ну, попробую, конечно. Поймать. Ой, да ну тебя. Тихо! Так, масло. Семена пшеницы, класс. Они что, с друг другом дерутся? Балбесы. Подожди ты бить его. Вроде прокнул. Чё, кто? Бля, почему адепты организации по защите этих фалов дерутся? Да ты-то чё на меня напал, блюдок? Стань животное. Охренел совсем. Ну, конечно. Вам не из пистолета стрелять. Куда он улетел? Что там адепты прям бушуют, я смотрю. Иди нахер. Адепта я поймал. Угу. Вали его. Молодец. Куда я иду? Так, там есть телепорт. Блин, орлы, короче, вообще бешеные. Хорош.
Где птичка? Не успел. Поставить работает рядом браконьера и адепта защитников палов. Да. Ну что, настоящее рабство, что? Осуждаю, конечно, естественно. Так это неправильно. Ну что поделать? Не мы такие, игра такая. Ну что, завтра, ребят, мы пойдем уже в другую игру играть. Я жду, чтобы мне ключик дали, но что-то как-то пока разрабы. Ну, да, я маленький слишком для них. А нет, слушай, патроны просто так лежат. Так, старое святилище, это все прекрасно. 28 уровень, у меня 25, ну многовато будет. Да, еще джиггернаута хочу, точно. Так, давайте искать, кого масло палов падает. Представляете, как добывается это масло палов? Я вот представляю. Смотрели парфюмера? Вот можно вот так, например. Как говорили разрабы, они вдохновлялись Конаном. Видать, настолько сильно, что даже рабство. Да-да-да. Да там я читал, там вообще у них один из разрабов там вообще не имел никакого опыта. А вот мне такие, мне пудели нужны, короче. Мне нужны пудели. Пудели, акулы. О, прикольный. Где-то я не поймал. Блин, я знаю, на кого он похож. Помните призрака из покемонов? Это он. Подожди, синий же еще, по-моему, был, не? А, и маленькие девочки огненные, вот еще. Диплодоки. Ой, какой прикольный. Так, надо искать, короче, этих. Дубин. Я, если что, вас спасаю. Не надо на меня нападать. Так. Подожди, тут же... А, я заюзал уже все. Мобильник и зеленая статуя, да? Мобилко. Слушай, что покемон под номер 69 предпочитает спариваться не себе подобными, а с людьми. Отлично. Возможно. Знал. Так, подождите, мне. Я могу посмотреть, где они находятся вообще, нет? Где они. Ну. Где водятся они? А, вот зона обитания. Вот что мне надо. Че, на кого пойдем охотиться? На маленьких девочек? Блин, это ужасно. Ага, маленькие девочки далеко. Диплодоки жесткие. Они вот здесь, мы тут были, да. Кто там еще был у нас? Пудели. Во, пудели можно.
И кто еще был? Кто-то еще был. Пудели, девочки, диплодоки и... Кто? Кто-то был. Я забыл. А, акулы. Бля, акулы, кстати, рядом. Либо сюда, либо сюда. Не, ну давайте вот сюда, наверное. Тут как-то поближе вроде. Сюда получается, да? Сюда можно даже телепортнуться. О, 25-й, кстати, босс есть. Можно пойти убить. Ну, попробовать. А нифига тут яиц, кстати, лол. Блин, вон еще одно яйцо. Слушай, надо собирать. Там еще что-то зеленое. Это статуя, наверное. Теперь мы знаем, где можно это самое собирать яйца. Ну не то чтобы нам это надо было, конечно. Так, вы там меня только пните где-нибудь в 19:30, не знаю. Ну через часика 3, да. Там надо еще какие-то моды будут накатывать, потому что все же в последний момент делают. Я в модах не разбираюсь, искал, ребят, ну типа сами ищите. Я без понятия, где там что. Я реально в них не разбираюсь. Вот. Напишите, как что там установить. Ну, придется на стриме устанавливать, что делать. Да, тут прям... А, это постамент, да? Да. Это пустомент. Блин, жалко, больших яиц нет. Так, синенькое осталось. Вроде все, да? Алис, поставь будильник на 19:30. Сделано. Будильник на 19:30. Отдыхайте. Да какой отдыхать? Тут работать надо. Правда, что-то зарплаты я не чувствую, но это другое. Че, пойдем убивать босса-то? 25-й как бы. Не так найдет. Как я умудрился нажать эту кнопку? Объясните. Как я ее нажал? Вот как я нажал Q? Объясните. Что у меня за руки такие? Мы, кстати, летаем на Малкович, если что. Он наш. Ладно, я не буду говорить. Вы еще маленькие. Че, он на арене, что ли? О, фиолетовый сундук. О! О! Стоп! У меня был серебряный сундук. О, этот ключ. Серьезно? Меховой брони что-то там. Браконьеры, идите нахер. Да, вас придется убивать, кстати. То нажал. Да, хорош ты за хитбокс. Да, придурок с огнеметом. Мне жарко.
Опять это огромный пулеметчик, да? Что у меня есть одна золотая. Почему, блять, это надо отпускать? Ладно, все равно эти бесполезные уже для меня. Что там, тебе больно, что ли? Блин, не вовремя чихнул, убил Градорму. Ну, конечно, нет. Что будут разрабы за донат продавать? Что будут продавать? Давай, рассказывай. Так, где босс? Не понимаю. Прям здесь где-то. Внизу, что ли? А, пещера какая-то. Да ладно, я не умер. Скинул в диск, по сути, лов на 5 секунд. Хорошо. Крутые шары для ловли НПС с крутыми пушками. Я надеюсь, что они не будут донат вводить, на самом деле. Да, смысл уже вводить? Сейчас игру уже все прошли. Типа, вообще никакого смысла. Здрасте. Блин, вот тут была бы отличная база, кстати. Короче, я не знаю, где босс. Они его убили, наверное. Он, может быть, там должен был быть. А что ты там за моды скинул, слышь, Мороз? Нам еще... Найди сразу... Ну, ты все равно там, наверное, сейчас ищешь. Найди мод на 5 people, потому что у нас на следующей неделе в пятером будем играть. Раз у тебя там есть профессионалы в этой игре, тебе проще, что ли? Ты же у нас умный. Не то, что некоторые. Нормально так яиц набрал. На самом деле. Там сайт с модами. Но я, блин, я говорю, не разбираюсь в этом. У меня... Знаешь, вот есть топографический кретинизм, да, когда ты не можешь там ориентироваться. Вот у меня то же самое с модами. Они у меня никогда не работают. Блин, найдите мне босса, пожалуйста.
Ну, я назад. Ты главное девчонкам еще объясни, а то вдруг они тоже не шарят. Во, я нашел. Он там. Что, будем ночью драться? Ну вот если бы это была игра от Nintendo, они бы сразу бы сделали шары крутые. Да нет, зачем чистить-то? Скинул, скинул, ну что-то. Подожди, нет, это нифига не... А, нет, это не оно, лол, это просто проход. О, стоять. Разгон. Стоять. Блин, надо походу тоже делать это. Печку, вот это все. Короче, ну, разводить чуваков. Надо понять, как это делать. Блин, ну вот он прямо тут. Но его тут нет. Короче, это баг какой-то, я понял. Потому что тут должен быть босс, а тут вместо него лагерь. Я лагерь зачистил. Может... А, подожди, лагерь пропал. Вот, теперь он должен просто зарезаться. Так, а я вообще куда летел-то, вы помните? Вот сюда, да? Сейчас у меня там перерыв будет, я установлю эти моды ваши. Дурацкие. Что там, кто все газует, блин? Слушайте, а у вас есть такое, что вы когда кофе попьете, вам посрать хочется после этого? Я просто боюсь, настигнет меня сегодня такая участь или нет. Это что, сера? Да, кажись. О, подожди, это какие-то другие черти-то. А ну стоять! Вот жопа, не смог выстрелить. Я думал, это совухи, а это не совухи, оказывается. Редко, но бывает. У меня вот от капучино такое, но я так понимаю, что это из-за молока, наверное, вместе с кофе. Вот прям вообще вот, реально. Постоянно. Ну, не постоянно, ну так. Через раз, короче. Да блин, если бы я что-нибудь видел. Я этих совухов крутых профукал. Вон они. Луп Мун. А это Когнито. А ну тихо! Yeah.
Ой. Бегущий от проблем. Ну класс. Сыкуна нашли. Да, блин. Перегрел, так скажем. Меня от кофе в основном ссать тянет, и то через некоторое время не сразу. Ну да, кстати, это тоже есть такое. И спать. Ссать и спать. Нормально. Так, ладно, короче, мне эти совухи нафиг. Мы ищем кого? Маленьких девочек или пуделей? Маленьких девочек, по-моему. Ну, либо тех и других, пофиг. Кого-то мы ищем здесь. Не туда бегу. Да, блин, ты тут что-то забыл. Убей его. Слушай, а пулеметчик-то надо на базу, наверное, ставить, получается, да? Он там защищать будет хорошо. Главное, не делает одновременно. Ну да. Так, ну куда-то сюда вроде. Я хоть что-нибудь добыл, две штучки я добыл всего. Мне нужно миллион. Я не помню, на пистолет мне надо. Пистолет хочу. Пистолет-то лучше, чем однозарядное говно. Волки. С альпак же не падает, наверное. А вот кого я, интересно, убил? Что у меня... Появилось масло. С мужиков, наверное, всяких. Я у меня еще градорма там дохли, кстати. Это лагерь, да что ж такое-то? Сколько у меня монет уже? 12 тысяч, охренеть. Охеренеть! Что там, кто-нибудь интересный вас тусует, не? Масло с мужиков, да. Блин, только не бей его. Ясно. Сейчас еще птички на меня нападут, чекайте. Пошел нахер! Поджарил меня, зараза. Ну, конечно, птички на меня нападают, да. Как я опять голоден-то? Долбаные птицы. Камень в меня кинул, например. Да хоть хорош. Знаете, в коленку. Все, всех убил. Молодец. Хвалю. Что-то я... О! Здравствуйте. Вы-то мне и нужны. Да блин. Ну хорош, почему? Слышь? Алло. Нате камнем.
Во, масло пало, выпало, отлично. Но это надолго, таким макаром мы будем, конечно, копить. Нихера. Вот это лошадки. Охренеть можно. Хочу такую лошадку. А они лохи, кстати, лошадки. Не в ту! Я и эту поймал, что ли, лол? А места нет, что ли? Да ёпты. Так. Надо идти домой. Помидоры здесь есть? Что? Серьезно? Не, ну рога-то это важно. Прикольно, ловил лошадок. Блин, ну что-то идти с тремя этими штуками, с тремя маслами, маловато будет. Конечно, можно уйти и вернуться. И тут может быть другие... Ну, точнее, точно будут другие мобы. Далеко телепорт? Блин, пипец, он далеко. Я реально очень надеюсь, что мне дадут ключ на игру. На этот, Enshrouded. Ну, вряд ли дадут. Что-то, блин, они уже столько не отвечают. Подожди, что мне там пишут? А. Хера себе там Мороз накатал, блин, тираду на 200 листов. Говорит, 5 секунд делается. Охренеть. О, пудели. Супер. Еще плюс 2 масла. Хорошо. Так, если я туда иду, что там? По идее, да, нам туда и надо. Так, здесь что у нас? 5 лагерь военнопленных. Жесткий лагерь. Нет. Блин, и там чуваки. Так, только не поджигай меня. А чё, а ребята уже закончили, что ли? В 5 часов все? Они же там собирались. Мы на 6 часов и будем играть в Дредхангер. Джедайчик уже в Atomic Heart пошел. Я... пудели! Пудели, сука! Да попади в него, блин. Мне пудели нужны. Пудели — это важно. Розыск домашних животных. Прикиньте, чат, сенсация. У меня на Твиче больше зрителей, чем на ВК Плей. Что?
Вы как это допустили? Я в шоке. Надо стрелы сделать. Так, мой летун пока там что-то... А, он не воюет, нифига, он лох. Он за мной ходит, как дурачок. Да этот-то чё на меня напал? Блин, вот это я, конечно, сейчас огребу здесь, походу. Да ё-моё. Да прекрати, пулеметчик Ганс, блин. Так, где мы? На, ты бесполезный, блядь, так и знал. Как корабль назовешь, так он ПРП, конечно, сегодня, да, ребят, без обид, вы помните. Нет! Сучка. А где этот огромный? Он исчез, что ли? А, нет, вот он, бляха-муха. Пипец, он меня настрелял. Малкович, ёбаный в рот. Стреляй давай в него. Я второго себе пулеметчика взял. Здорово. Ну ты глупый, конечно. Блин, а это вообще 6%. Вот трачу просто так. Не, нафиг тебя, короче. Какой-то душный. Пытался под себя гранату кинуть, вы понимаете, насколько все плохо. Что-то, кстати, странно, что Дима не приходит на трансляции. Это работает, наверное. Код свой пишет, как обычно. Оружейный патрон. Ну, конечно. Не дождешься от вас. Да мне нечего выкидывать, кстати. Можно факел, конечно, выкинуть. Да! Он исчез! Однако. Металлика! Дай, дай, my darling. Дай, 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 my darling. Еще один пудель. Так. Еще немного масла. О, стоит. А, тут инст, смотрите. Так. Yo, baby. А что там осталось? Хлеб. Ну ладно, хлеб можно оставить, окей. Так, я правильно лечу? Правильно. Блин, еще один лагерь. Не, ну нахер, надоело. Кто там у вас сидит, погоди? Иви? Жизнь, да. Ну ладно, не хочу тебя. Томился я уже что-то. Постамент, да? Да чего ты не приземляешься-то? Приземлись, пожалуйста. Спасибо. Так, а этого босса я убивал? Нет, 31-й вообще. Какой у меня уровень, кстати? Ой, 26-й взял. Так, это хорошо.
Хочу до 1000 себе вес сделать. Удиляторсов нету. Ничего, ничего, у меня тут хп ни у кого не тратится. Все нормально. Говорили там что-то при перемещении, что-то хп может пропадать. Разгребать это говно теперь. Надо было, кстати, знаете как? Взять, захватить, короче, здесь кусок воды и там просто пол построить. Это был бы водный домик. Блин, я в детстве так мечтал о доме на воде. Пипец, мне так хотелось, чтобы у меня был дом на воде. Вы хотели когда-нибудь себе дом на воде? Клево, по-моему. Чё, кайф. Большое обычное яйцо. Погнали. Им холодновато, видите? Надо, короче, да, надо сейчас дом построить. С этими, с яйцами. Так, что я хотел? Подождите. Сейчас зайти сюда. Что тут это делает вообще? Даже яйца-то сюда не поместятся. И ни кусочка железа. Вообще. О, мед, кстати. Мед, ребята. Угу. Вот так вот. Наконец-то у нас появился мед. Сейчас построим дом. Все будет хорошо. Это что такое? Граната? Кого, блин? Граната, чат, понимаете? Граната. Охренеть. Где будем дом строить? С яйцами. Блин, вот здесь, кстати, он хорошо бы смотрелся, я думаю. Да, место у меня максимально всратое, если честно. Давайте здесь. Ну, придется пожертвовать деревьями, чё. Хотя, можно же сделать, типа, дом выше. Будет у меня... Блин, туда забираться надо. И там надо еще одного покемона ставить, который будет греть комнату постоянно. Давайте, ладно, здесь сделаем. Так. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть вообще. Если я сделаю вот... Так. Ага, все, все уже не достанет. Я хочу 4. Не пойдет, не пойдет, не пойдет. Можно, конечно, перец сделать, типа вот тут, вот так вот. Бам. И бам. А сзади будут эти. Да, давайте так. Чат, ну чего вы опять затихли? Ну боже мой, ну сколько можно с вами бороться? Вот я прям вижу просто, как у меня счетчик зрителей прыгает туда-сюда. Вот люди приходят, видят, что чат пустой и уходят. Сколько мне с вами ругаться? Некрасиво, ты чё? О, так лучше. Интересно, а там без разницы какие эти? Может еще сюда?
Зазу прям большой-большой. Тогда надо сносить вот эти вот штуки. Две, да? Можно вам сразу крутые сделать. Так. Куда вам их сделать-то, я не знаю. Давайте здесь вот. Не знаю, правда, чат, ну, это уже даже не смешно вообще. На работе спать хочу. Нашел отмазку. Просто я правда, ну, блин. Я хз, как это, ну, как вас расшевелить, блин. Прям... У меня нет никаких идей. Самое интересное, что вот, ну, вот мне тоже ребята знакомые пишут, типа, блин, что у тебя такое со зрителями? Типа, это же вроде норм, и... Ну, а... Типа, онлайн маленький. Я говорю, да хрен знает, на одни луркеры, никто писать в чат не хочет, и все такое. Он такой, ну да, это пипец проблема. И вот что с этим делать, ребят, я вообще не представляю. Правда. Может, у вас какие-то идеи есть, не? Нету? Приют поставил. Так, нет. Так. Теперь мне здесь надо сделать... Что? А, я, наверное, не изучил, да, эту печку. Так, технологии. Вот. Металлические слитки и древесный... О, нифига, древесный уголь. С больной головы на здорово. Это ты про что, Снупи? Привет. Так, нужно древесный уголь, значит, сделать, да? Ну, давайте сделаем, не знаю. На 50, допустим. Пошел добывать. Что, металл? Бля, охренеть у меня теперь этих чуваков всяких. Забыл градорм надо поставить на лечение, ну ладно. Так. Ребятки, разнесите-ка вот это вот. И вот это, и вот это, и вот это. Блин, а чё яйца так много весят? Ну, получается, там их дел. Здорово, Мараберн, привет. Так, у меня дверь открывается. Блин, сюда. Слушайте, нет, я так не хочу. Я хочу, чтобы она в другую сторону открывалась. Не то. Так. Так, наверное, да? Да. Нужна отдельная база по добыче металла. Да. Такое. Да. А, угу. Секунду. Так, хранилище. Что, нам деревянные сундуки, получается, да, делать? Что, типа, самое большое? Это жрать хочешь, ну сколько можно? Что тут? Здесь вот. Просто вы не представляете, как для меня важно... чтобы у меня онлайн вырос. Очень важно, правда. Но что с луркерами делать, я до сих пор не понимаю. Это для меня вообще загадка дыры, блин. Правда. Кстати, серебряный ключ, вот он. Еще один.
А база по добыче металла, ну... Не знаю. Что там, застрял, что ли? Нас с нами ничего не делать, мы сами справимся. Так вы молчите! Я-то понимаю, что вы справитесь. Только если бы вы были бы поактивнее. Я же, ну, не с плохой какой-то стороны-то все это хочу. Я хочу, чтобы был общительный чат. Я хочу, чтобы вам было комфортнее на стриме. Чтобы какие-то новые знакомства были. Чтобы у меня зрителей было побольше, понятное дело. Чтобы я мог на этом побольше зарабатывать, естественно. Потому что у меня эта история про деньги. Потому что я фулл-тайм стример. Если бы я на работу бы ходил, еще ладно. Хотя бы я все равно это говорил бы, но я бы про деньги умолчал. А тут уже как бы другой вопрос. Вот. Конечно, хочется и побольше подпить. Ну, нет. Главное, на самом деле, не деньги. Главное, это то, что деньги там, в принципе, кое-как мы на подписках и на донатах выезжаем. Ну, на которые сейчас есть. За что спасибо вам, кстати. Вот. Сколько у меня вес? 910. Вот. И зрителей побольше хочется. Хотя бы человек 50 постоянных зрителей, и вот нормально будет. Конечно, потом захочется 100, потом больше еще. Но 50 меня устроит. Знаете, хотя бы, блин, я уже не буду краснеть, там, когда меня люди, ну, коллеги, там, будут спрашивать, что... Блин, штука сломалась. Что, типа, чего у тебя так мало зрителей? То реально, ну, блин, мне неловко становится от этого. Вот меня на днях спросили, меня там пригласили просто на турнир один. Я не могу про него рассказывать, но я просто скажу, что в феврале вроде как какой-то турнир будет стримерский, вот. Меня на него пригласили, и мне потом, ну, типа, пригласили, типа, говорят, а что у тебя так, типа, зрителей мало, типа, что такое? Типа, вот я захожу, там у тебя там 3 человека, 5. Я такой, ну, типа, у меня там на ВК еще, бла-бла-бла, а так у меня, типа, в среднем там 20. А, понятно. Ну, думаете, что, мне приятно, что ли, когда мне говорят, типа, а что такое? Нет, конечно, не приятно. Бля, они молоко забирают. Либо оно портится, я не знаю. Так, оружие повреждено, да? Да, мастер Игорь, не про это. И опять же, зачем? Ты же понимаешь, что это все взаимосвязано? Типа, нафига меня брать, если я маленький стример? И мастер Игорь не приносит зрителей. Не деньги, а их количество. Ну и это тоже, да. Мастер Игорь не принесет там какой-то супер популярности. Это просто, да, там... Посмотри, ну ладно, джедайчик это отдельная песня, как бы. Он сам не пользуется тем, что имеет. Тут это другое. Вот. А все остальные, Райс, например... Ну, он тоже, ладно, хорошо, тоже плохой пример, потому что он стримит всякие японские игрушки, которые, в принципе, мало кому интересны. Их либо смотрят утопичи, либо не смотрят вовсе. Кто у нас еще? Чертовку смотрят, ну, блин, она прикольная, и у нее смайлики классные. На нее из-за этого еще подписывается дофига народу. Плюшка. Ну, Плюшка сама всего добилась. Я сейчас коопы делаю. Вот коопы, да, коопы приносят народ. А всякие вот эти вот шаут-ауты, это все такое, ребят. Вот рейды, да, рейды приносят людей. Но опять же, вон, у меня позавчера было сколько там? Допустим, 50 зрителей. Там куча фолловеров. Ну и кто из них сейчас приходит? Ралин, здравствуй. А эти... Давно тут не был? А ты ник не менял? Я что-то ник такой не помню. Я обычно запоминаю. Ну, возможно, ты пару раз все появлялся. Ты сам все прекрасно знаешь, и что ноешь? Так я не ною, я разглагольствую. Это разные вещи. Чем, блин, вот опять меня бесит слово ныть. Потому что вы его неправильно воспринимаете. Точнее, как? Воспроизводите. Используете, вот, да. А что я не ною, я рассуждаю о наболевшем, как обычный человек. Типа вы же людям, ну, говорите о своих проблемах, ну, когда-нибудь. Родителям, не знаю, братьям, сестрам, женам, мужьям. Детям, надеюсь, ничего не рассказываете. Вот. Друзьям, в конце концов. Вот я то же самое. Мне вот общаться не с кем, я сижу с вами общаюсь. Потому что, блин, я не могу, например, поговорить об этом там с братом, либо со своими родителями, потому что им на это наплевать глубоко и надолго. Год 2,5 заходил, ну, возможно, поэтому я не помню.
Ну, привет. Здорово, да. Здорово. Как видишь, тут не сильно что-то изменилось. Вот. Я же не впадаю в какие-то там депрессии, мрабёрн. Мне оно не надо. У меня все хорошо. Просто, блин, опять же, мне некому выговариваться. Поэтому я это с вами обсуждаю. Просто ради поддержания. Может, у вас какая-нибудь... интересная мысль будет, например. Может, вы мне что-нибудь подскажете или что-нибудь посоветуете. Мало народу, что ли? Я говорю, ко мне заходит в день там по 200, там, ну ладно, 150-300 человек где-то так. Ну, короче, в среднем 200 человек ко мне на стрим заходит. Ну и что, кто из них остается? Что кричишь, раньше будильник разбудил? В смысле? Ты на работе? Какой будильник? Подожди, ты написал, что ты отойдешь. То есть ты лег спать, серьезно? Хоть мы психологи. Ну, Снупи, да, возможно, в каком-то смысле. Если вы не против. Так. Блин, сейчас депресса на меня нападет. Че, охренел, что ли? Мелкий. Блин, там двое. Иди сюда. Тварь мелкая. Спать на работе же счастье. Вот сейчас назад на писавку пришел. Да ладно. Блин! Секнул, ладно. А, ты писал, что ты на работе и спать хочешь что-то. Я даю. Все наладится, темная полоса с вас 1000 рублей. Блин, спасибо, да. Выходит, что да. Да какая темная полоса, блин? Эта темная полоса длится уже лет 100, наверное, надоело. Темная полоса у меня длится с 17 года. Темная, ну ладно, с 18, нет. С 18 года, да. Жопа настала, когда... вот после накрутки на GTA-RP. Хотя нет. Нифига. Не-не-не. Нифига. После Last Oasis, наверное. Что было позже? Сначала был Atlas, потом Last Oasis. Вот после Last Oasis, да. Жизнь, она как зебра. Полоса белая, полоса черная. Судя по твоим комментариям, ты в жопе. Да. Есть такое. Нет, на GTA RP нормально смотрели, но там в какой-то момент мне какой-то доброжелатель, в кавычках, начал крутить зрителей. И поэтому мне и партнерку не дали на Твиче, и все вот это вот. Но это GTA RP, сейчас GTA RP мертво. Тогда, да, это было популярно, прикольно, весело. При том, что мы хорошее RP делали. Ну и всякие вот эти конфликты тоже подогревали там интерес публики, поэтому... Было забавно, да. Так, а можно мне работать? Давай, быстро. Бегом сюда. Так и сейчас нету РП. Сейчас это говно, а не РП. Лютое притом. Вон у Расти можете посмотреть, как она РПшит. У нее это история про деньги, поэтому там ей просто платят за это. Поэтому ей надо это делать. На работу ходить. Вот, это вот говнище. Кстати, знаете, что я подумал? Я им спуск в воду убрал, получается. Бля, может здесь можно сделать спуск красивенький? Да ну собака ты сутулая. Так. Достаточно материала. Накладывается на другой объект. Ёпта, ты задрал. Какой другой объект? Я не понимаю.
Да, мы завтра пойдем в этот выживач. Я не знаю, я вот ключ запросил, не знаю, дадут мне или нет. Но если, ну, да в любом случае пойдем, ну, я куплю, на крайняк потрачу последние бабки. Ну, не последние, ладно, я так уж. Да почему? Ой, уклон. Я видел этот выживач, мне про него Дима уже скидывал несколько дней назад. Так что мы в него пойдем, да. Я, блин, не понимаю, почему накладывается на другой объект. Притом строить я там могу. Да стоп, что у тебя? Да нет, не могу. Нет, того РП уже не будет. Интересно, воскреснет оно в 27-м году? Или все то же самое будет, ну, что с GTA 5? Ну, возможно, там мы залетим. Слушай, я бы на Hard RP-то и поиграл. Нет, на, ну, на Medium нормально было бы. Ну, на среднячках. Тоже ничего. Semi-Hard нормальная тема. Вот как мы играли на чиллауте. Я не понимаю, почему он не хочет делать. Хоть убей. Опять ты жрать хочешь, ты задрал. Бездонная бочка, блин. Так. Делаем. Раз. Делаем. Два. Достаточно материалов. А, там эти древние штуки нужны, блин. Короче, ребят, просто, блин, ну, я не знаю, блин, вот, понимаете, я вас прошу, типа, блин, ребят, ну, вы же вот смотрите мои трансляции, почему, типа, вы не приходите там, ну, как другим стримерам, например? Я понимаю, что у каждого там работа, еще что-то там и так далее, но, блин, как мне больше как-то байтить вас на это? ХЗ. Не знаю, короче, у меня прям голова болит от этого каждый день. Я не понимаю. Что я хотел? Подождите, а я не выучил, что ли, до сих пор? Силосная яма. О, я не выучил. Вон она. Отойду, давай, отходи. Древесный уголь. А чё? А, я же его не подобрал, точно. Чё, долго там ещё? Нет, чуть-чуть осталось. Так, ну и чё там? Давайте посмотрим, чё там за эти моды. Заходим сюда. Качаем приложение, картинка 1. Да ёпта, как это все неудобно. Что там за картинка? Get, что-то там. Get app. Get app. Сохранить. Так, инсталлер. Это у меня, если что, сорян. Так, качаем приложение, ага. Запускаем его. Ну и? Что-то не запускается это его приложение. А, вот что-то запустилось. Так, выбираем игру Level Company. Где она тут? Вот она. Ой. Чуть-чуть не то нажал. Так, выбираем профиль по дефолту или создаем специально под игру. Select profile. Угу. Картинка 3.
Так. Дальше заходим на страницу мода и жмем установить с приложением. Когда поставили все нужные моды, то запускаем игру из этого приложения. Мод на то, чтобы говорили. Так. Get mods. Skin. Walters. Нет такого. Так, ладно. Install with mod manager. Да. Так, раз, два, три. Сейчас, ребят. Что он там сделал, да? Момент. Я просто к сегодняшней Little Company готовлюсь. Потому что, ну, я же говорю, все в последний момент. Все, пускай пока добывает. Сейчас мы куда-нибудь встанем поудобнее. Не сюда. А, блин, сюда не закинуть, да? Значит, сюда. Какая прикольная песня. Все. А, погодите, не-не-не-не, не все. Пускай мои ребята качаются. Угу. Блин, броня прикольная у меня. Команда, да, команда интересная на РП, это тоже норм, согласен. Так. Ну и что там, качается что-нибудь? My mods. Ага. Что это за... Ладно, хорошо. Так, install with mod manager. Это у нас второй. Добавляет ячейку для фонарика. Ага. Так, это то же самое. Так, все слышат рацию. Угу. Подождите, а вы меня сейчас слышали или нет? Короче, я вернусь скоро, все.
За императора! Император защитит нас! Ослабнут и сгинут наши враги.
Ну понятно, все разошлись, я так и знал. Так. Ой, блин, как я вовремя пришел. Так, ладно. Погнали. Так, делаем здесь вот эту штуку. Блин, интересно, а как она... Ну и будет же, наверное, сжечь оттуда, да? Ой, вот это классная песня, блин. Криптонит называется. Стоило добавить себе в этот в избранное, так сразу оно начинает попадаться. Бля, как тебя забрать-то? Стой! Глупое животное. Бля, как-нибудь поприкольнее тебя можно поставить? Во. Это, извините, не то. Я знаю, что подумал? Надо, наверное, все-таки изучить себе эту мешок этот, который с едой. Какой-то. А у меня, возможно, уже второй был доступен. Где его делать? Подожди. А где он делается-то? Бля, у меня второй был уже доступен. Блин, у меня второй был доступен. Подожди, а где нет? Средний мешок для еды можно разблокировать до 2 ячеек для автоматического приема пищи. Автоматический расход. Хотя зачем он мне надо? Этого хватит. Что ж такое? Ай, ух, зачесался. Смотри, где ошейники. А где? Ошейники вот тут. Нету. Вот он. Так, и куда? А, вот еда. Ну и все. Так, а яйца-то у меня там? Че я сюда поперся? А короче, а у этого, у Дангара было, он сам их вылуплял прям. А, ну там, наверное, тоже холодновато ему, серьезно?
А сколько надо тогда этих печек-то ставить? По-моему, до хрена, не? Может, надо... Может, надо... Чтобы окон не было? Ставь костер... А, прям рядом надо, да? Ну, допустим. Блин, я хочу на самом... Ну, ладно. Далеко. А я думал, он типа на область как. Вам не зайти, что ли, сюда? Этот сразу свалил. А, ну видишь, сейчас у него скорость 0%. Там было плюс 50%. Сейчас, наверное, будет плюс 100. Не. Вообще нифига. Может, реально надо закрывать, ну, чтобы окон не было? Ой. Да ладно! Накладывается на другой объект, ты гонишь там, что ли? Все равно ночью уйдет спать. Кто? Покемон? С чего вдруг-то? Чего он должен идти спать, если это мой покемон, которого я призвал? Накладывается на другой объект. Да чтоб ты, дерево что ли? Вообще теперь эта штука не работает. Не, ну костер что-то как-то, знаешь, такое себе. Нафига тогда я эту штуку изучал? Так, где он там? Где этот костер дурацкий? Громко музыка? Может, потише? Да не, нифига, блин, реально что ли костер надо делать? Допустим, здесь поставим костер. Нет. Не, нифига. Значит, ночью это так не работает. Интересно, во сколько завтра игра это выйдет?
Влажное яйцо. Ну, она не онлайн игра, она типа мультиплеер. Ну, это не ММО. Короче, вы можете тут играть там, на сервере можно до 32 человек. И получается 4 в пати можно. О, какой-то новый. Попробуем сюда холодное яйцо поставить. Копиарк нет. Да обычно выживать сейчас. О. А, жарковато, вот. А, ну понятно, короче, ночью было холодно. Что надо тогда получить? Блин, может надо другого покемона какого-то более мощного сюда ставить? Ну-ка. Интересно. А если я еще одну такую штуку поставлю? Ну, разрабы вдохновлялись конным арком? Блин, ну это все игры такие похожие. Потянет на слабый ПК, да? Тут ничего требовательного нету. Вот они даже вдвоем разжигают, и нифига. Короче, это бесполезная штука. Вот это. А, нет, смотри. А костер все-таки нужен. Может, костры-то сюда поставить? Ну вот, плюс 50%, да. Плюс 100 не получается. Что еще наделать костров? Не хотит, ладно. Бля, заледеневшее яйцо, наверное, сейчас вообще там будет и очень жарко, короче, и все. Ой, я горю, блин, да ладно. Так. А, нет, им пофигу, все нормально. Костры назад поставим туда. Ну хотя бы плюс 50%, то хорошо. О, очень комфортно, смотрите. Блин, как это работает. Подожди, а если я поставлю вот здесь? Мне интересно длина. А, видите, да, нормально все. Вот, все. Короче, надо одно оставлять. А если я поставлю освещение здесь, интересно, вот настенные факелы. Там-ди-да-ди-дам.
Ну, нормально. Ну, пускай так будет, ладно. Так, а я хочу на самом деле сделать тогда второй этаж. Но где его лучше делать-то? Отсюда, может. Или наоборот. Блин, вообще... плохо получилось у меня. Ладно, так. Просто дверь. Дверь можно сюда перенести тогда. Вот здесь сделать второй этаж. Вот так, да? Так. Нет, не так. С этой стороны должно быть. Отойди. Да балбес ты. Вот. Пойдет. Что там у вас жарковато? А, ну потому что ты греешь, да? Ну-ка, отойди нафиг. Во, очень комфортно. Ну так. Так, давайте делать что-то. В какой-то веке я начал в этой игре домики делать. Спустя... сколько? 16 часов. Так, мне нужен еще один выход на крышу. Как бы его сделать-то? Наверное, вот здесь. И тут будет у нас крыша, получается. Хотя можно полами сделать просто. Какая разница? Крыша, полы. Подожди, я фундаментом все это делал, да, получается? Закрыть даже. Вот. Тут можно будет всякие огневые точки поставить. Блин, криво опять. Да ё-моё. Во. Огонь. То, что надо. Так, один вылупился. Угу. Давай еще одно влажное поставим. Ну все, скорость вылупления плюс 100%, нормально. Сейчас еще два закинем. И будет норм. А подкидывать сюда ничего не надо. Что это висит такое? Блин, да ладно. Вообще, я понял, что это постоянно мне мешало. Вот это бревно, конечно. Такое себе. В землю уходит, из-за этого у меня там наверняка и не строилось. Из-за вот этого куска дурацкого. Так. Ой, какой прикольно вылупился. Кайф. F? Нет. Все нормально. У меня дропов нету. Блин, а этому холодно. Ну и насрать на тебя. Хотя подожди. У тебя и нет, да, упал. Сейчас я сюда сделаю костер. Очень комфортно. Ага. Вот уже не достает, видите, уже далеко. Блин, костер в доме, конечно, это такое.
Блин, у меня там холодновато, очень комфортно, жарковато. Ну, как говорится, ни себе, ни людям, так скажем. Хотя, с другой стороны, а зачем? Ладно, срать. Так. Лучше уж так. Какая там будет разжигание огня? Так. У меня чувиха истощена. Блин, это плохо. А чё она истощена-то? Что у тебя там? Блин, я столько на самом деле тут всяких покемонов надыбал себе. Где у меня эти зеленые? Они вообще есть у меня где-то? Нет? Да ё-моё. Громила, вот у меня два громила есть. Пулеметные чуваки мои. Ой, что-то да, я тут вообще жопа какая. Три лошадки, блин. А у них энергия 2, нифига. Прикольно. Чё они ещё умеют дерево рубить? А у меня вот этот... А, он нас носильщик, понятно. Три таких, да? Там депресса тоже можно сюда. Жесть у меня покемонов, конечно. Так, а вот это у меня вылупилось, да, это? Или нет? Хрен поймешь, что тут где, куда вообще. Очень все сложно. Жаль, сортировки никакой нету. У меня вот такая штука родилась. Лунарис какая-то, не знаю, кто это. О. А, вот у меня первый уровень. У меня две, что ли, родилось? Таких. Ладно. Поливальщик 2, носильщик. О. Ну, можно это заменить. Даже не знаю, кого что брать. А ты что умеешь? Заморозка у тебя? Ну, такое. А у меня два таких? Серьезно? Давайте сюда. Чего у меня еще много? Ничего. Кстати, мальчик, девочка. Вот непроницаемость. А, теплокровность. Блин, я хочу вот это вот заменить. Что еще можно заменить у меня? Может, электрика заменить? На лошадку? Хотя лошадка нафига мне? Этот электрик лучше будет. Во, можно вот это заменить. На что-нибудь. Так на что? А, ну это чувиха, которая, да. Я помню. О,
Погоди, что у тебя? А, этот копает еще, понял. Так, эта штука... Нет, эта штука не дает мед. Это довольно бесполезное животное. Ну-ка, как она выглядит? Ничего такая. А, ты зависла там. Я-то чё, понятно все с тобой. Ты зависла. Все, иди жри, блин. Короче, они там летают, там еще бабочка зависла теперь. Я знаю, что надо сделать. Надо вообще им вот тут все расчистить, чтобы они тут, блин, они тут ходят, потому что постоянно туда. Так, и что это, палы, да? Вот. Надо эту статую куда-нибудь воткнуть, где они не шарятся вообще. Тут я уже не смогу ее сделать, блин. Уже... Ой. Все нужно менять. Блин, тут так хорошо она стояла, на самом деле. Может, сюда? Будут они тут мешаться с ней? Вот так вот. Нормально. А вот эту байду, которая рядом стоит, тоже надо убрать отсюда. На крыше. Да я думал на крыше, но что-то... Вот на крыше надо вот эту, наверное, поставить. Это будет поприкольнее. Пал вылупился. Погоди. Погнали, погнали. Давай, давай, давай. Бегом, 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 бегом. Сюда ее воткнуть прям. Или может в тот дом? Давай лучше в тот дом. Этот дом как-то у меня... Хотя, с другой стороны, в тот дом не прикольно. Знаете почему? Потому что туда можно наверх поставить пулемет. Да, не пойдет. Там наверху можно поставить пулемет. И когда будут на меня враги бежать, он будет их отстреливать. Прикольно придумал. Ну, гений. Ваш пал заболел. Создайте лекарство. У меня же есть лекарство. Бля, оно такое огромное. Серьезно. Так, не, подожди, не то. Так, подожди, у меня пал заболел. Все, потом. У меня же есть лекарство. Вот же оно. А кто заболел? И что нужно? А, там, наверное, таблетки нужны от депрессии, это, да? Это, наверное, не подойдет. Язва желудка, перелом. Простуда сустава. А что лечит депрессию? Вот, слабость депрессии. Пипец, это так дорого. Интересно, она сама похилится, нет? У нее еще бездонный желудок. Блин, на самом деле я бы ее поменял бы на кого-нибудь. С другой стороны, у нее все по два. Вроде нет. То есть надо самому как-то, да? Надо ее в руки взять будет. Блин, я в эту бы игру играл бы без стрима, но я без стрима играть не умею. Этот все сидит, морозит мой холодильник. Вот там жарит. Ну нормально, нормально. Мне самурай нравится. Самурай прикольный. Все прям решили мне помочь, да? Давайте вылечим ее укольчиком в жопень. Так, сколько время? Время у нас еще есть. Ау. Да. Ну и что это было?
О, рассудок 23%. О. Мне вроде первый раз заболел. Пал. Давай, Градор, мы как раз успеешь к Little Company. Удачной дороги тебе. Так, а если я тебе кину это на землю, ты сожрешь это? О! Не, подожди. Она сожрала? Или она ее несет? Кто-то ее стырил. Блин, и куда? Транспортировка. Так. Ты ягоды несешь, да? Вот он, да. Она ее забрала, чтобы это... Лучше бы уколола себя. Ладно, сейчас сам уколю. Так, где ты там? Так. Теперь берем так. И вот так. Все, исцеляется от боли. Отлично. Иди дальше работай. Так, а мне нужно сделать вот эту фигню где-то. Блин, вообще она не очень мне типа нужна. Тут ее где-нибудь воткнуть? Блин, нет, тут они ходят всегда. С другой стороны, конечно, можно и здесь сделать. Просто потом выше поднять дом. Он же все равно высокий будет, правильно? Тут, понятное дело, тебе мешает все. Здесь не получится. Да вот это... А, я не смогу сейчас, наверное, так сделать, да? Блин, если получится сейчас вот так вот. Ну-ка, сейчас. Блин, воткнись. Ну почему? Мешает эта говнина. А если ее... Блин, надо ее развернуть. Нет, серьезно, нельзя. Блин, она не влазит. Черт. Надо дом расширять. Так. Крыша. А, подожди, можно сюда крышу? Во. Поливаете его все равно сами, правильно же? Теперь норм. А при этом эту могу штуку сделать нормально. Либо я забаговал сейчас. Одно из двух. Да ты серьезно?
Вы вот гоните сейчас, да? Вот это уже бред, конечно. А, тогда вот так. Нормально. Пойдет. Вот, смотрите, сейчас вот здесь вот можно будет сделать пулемет. Ну, у меня его нету пока, ну, понятно. Так, здесь окна. Так. Серьезно, блин, я реально не могу. Может даже выше еще сделать. Да, кстати, еще выше надо. Хотя, подожди, нет. Отлично вообще получилось. Все, и здесь будет огневая точка, например. Они будут стрелять отсюда. Нормально? И здесь можно будет огневую точку взять. Если они отсюда стрелять, конечно, будут. Тут непонятно еще. Тупо башня Мордор. О, огонь. Не, ну а чё? Ну всё. Нормас. То есть будет это, короче, выглядеть сейчас. Вот так вот. А подожди, я еще не могу, кстати, выучить арбалеты. Технологии. У меня же там на каком-то уровне были они. Во, стационарный арбалет. А что на него надо? Гвозди, металлические слитки. Сейчас пойдем набирать. О, стационарная лампа. Кстати, генераторы. Теперь могу электричество делать. Что такое силосный? Повысить скорость работы палов, ускоряет посев семян. Тоже возьмем. Так, тихо там. Ну и вот тут еще сделать арбалет. Ну а что, прикольно, кстати. Бля, а там эта штука не достроена, что ли, еще до сих пор? Так, только не собирай это говно. Вход, конечно, в нее такой себе. Блин, 40 секунд ждать. Давай, дружок, помогай. Ну ничего, что ты внутри, и это нормально. Ну все, идеально. Че, плохо что ли? Может еще один выход тут сделать? Хотя нафиг они там бегают, блин, постоянно. Просто сзади выход что-то так себе на самом деле. Можно как-нибудь его... Вот здесь может.
Вообще вот это все перенести. Так, еда. Кормушка у вас будет вот здесь, пока что. Освещение. Барона понятно, прочее. В окно надо понятно. Так, мне нужна стена. И лестница. Блин, они прям вот тут ходят, конечно. Ну конечно. Давайте где-нибудь кормушку вам сделаем поудобнее. Чтобы вы там не толпились постоянно. Здесь сделаем. Да серьезно, ты не достаешь? Ну вот. А здесь тогда можно все это убрать. Может даже, кстати, дверь не ставить, по идее. Так, мне тогда что сейчас нужно? Мне нужно сделать здесь ящик. Меда уже 55, чат. 55 меда. Охренеть. Пипец. Так, это я не могу делать. Все. Нет, давайте не сюда. Пики пирожные. Чтобы разводить этих самых-то, да можно, да, но что-то мне пока влом. У меня молока, по-моему, мало. Точнее, у меня вообще там нет. Яйца и молоко. А, не все молоко. У меня все молоко сдохло. Яиц нету. Ну да, я же не развожу курей. Так, что нужно там на оборону? Гвозди нужны. Нужно. Блин, нужно много гвоздей. Давайте сделаем, не знаю. Ну, пойдет, я думаю. Давай, беги сюда, мелкий буренок. Покемон, да, вон сидит на холодосе. Но он не всегда там сидит. Кстати, слушай, подожди. А он у меня вообще чем еще занимается, этот покемон? Еще поливкой занимается. Может мне именно для холодоса сделать? Когда у вас кооп, в названии стрима написано. Так, а кто у меня морозит? Подождите. Ты морозишь. Так, ты морозишь. А у тебя единичка, да, мороз? Тоже единичка, но еще полив есть. Если нажать упорядочить, то срок хранения обновляется. Не-не, это я знаю.
У меня все с единичкой на мороз. Не, он морозит. Просто оно либо пропадает у меня, либо они его съедают. Я не очень. Почему заголовок стрим? Ну, обнови, не знаю. Что там выводит. Блин, с другой стороны, ну-ка, иди-ка сюда, мелкий. Иди, давай ты у нас на морозе будешь. Стой, стой, гад мелкий. Иди, морозь. Все, он чисто мороз. Так, у меня там вылупился кто-то. Да, они с кормушки хавают. У них кормушка-то стоит. А, ты имеешь в виду... А, я понял. Значит, оно умирает. Но он всегда сидит, по идее, на морозе там. Очень часто. А они не могут, да, забирать оттуда? Все, палов у меня больше нет. Все, можешь не греть, слышь. Ну, пусть морозит, ладно. Насрать. Что там навылуплялось? Всякое говно, да, опять? Найтвинг еще один. О, кстати, их можно перекинуть. Найтвингов у меня теперь много. Так, и вот этих много. А, все, у меня уже все забиты, да? Так. Это вообще бесполезный нокс. Так, а что мне надо там? Генератор, конвейерную фабрику сфер, понятно. Так, секунду. Гвозди, где мои? Вы сделали мне гвозди, слышите? Там 20 гвоздей. О, молодцы. Так. Это что тут делает? Угу. Ну все, давайте попробуем. Да, конечно, пока они сюда поднимутся. Отвали ты от стены. Они еще тут тупить будут, скорее всего, им не будет не подняться там стопудово. Но идея классная вообще, мне кажется. Сделать. Вот так, наверное. Ну-ка, подожди, вот они поднимутся сюда или нет? А, они как-то снизу ее делают. Во. Просто они это я должен за эту штуку вставать или... А, мне, наверное, надо туда посадить на постоянку, да? Чувака. Это фигово, кстати. Но идея это вообще бодрая, согласитесь. Я могу, кстати, вот там всякие ловушки еще ставить. Там капканы, виселицы. Мне прикиньте, сколько надо покемонов, чтобы тут все это засандалить. Так, ну и что это такое? Мне сюда надо посадить покемона, типа? Что, ты будешь прям сидеть за ним? Нет? Как это работает? А, навык ручная работа. Так, а подожди, а у тебя есть навык ручная работа? У тебя есть ручная работа? Ну и что ты выебываешься? Это, наверное, он так и... Оборона, реально, да, смотрите. То есть сюда надо посадить навсегда покемона. Получается тогда как? Блин, мне металлические слитки нужны. Надо идти, короче, добывать слитки много.
шестой, да? Аж надо вот сюда еще сделать и вот сюда, как минимум. Мне нужно сколько получается слитков? Что там опять в энциклопедии? Прикольный, кстати, такой чел. У него рубка деревьев, правда, бесполезная. Ну как бесполезная? Полезная. Это классно. Во, кстати, слушайте, вот еще. Похож на этого, на одного из самых известных покемонов, там какие-то. Который инопланетянин какой-то там. Какой-то лагучий. Лага-покемон. Вообще-то можно два сделать, кстати. Так, сколько мне надо? Ёпта. До хрена надо. А они вообще железо могут добывать, чат? Кстати, вот еще вопрос о общительном чате. Когда вот вы луркуете, я, например, вас что-то спрашиваю, но вы не отвечаете. И вот что, даже помочь некому. А, Малкич, кстати, по поводу заголовка, ты можешь баг-репорт написать, если хочешь. Чтобы это пофиксили быстрее. Желательно со скринами, конечно. Ты же топишь за русских разработчиков, правда? Могут, если она на территории базы. Но у меня, к сожалению, нет такого. Надо где-то прям найти такое, чтобы... Где оно резается. Хотя, слушай, подожди, нифига, а! У меня на второй базе есть куча одна железа, и они там ее не добывают. А, ну, наверное, не надо, чтобы было еще что-то по добыче. Типа, если у тебя там много всяких жилок, то они будут добывать. Ну, там, то ты построил карьер, например, и они, типа, не будут добывать. Я не очень понимаю, зачем делать звездных этих чуваков. Ну да, у них хп там больше и все такое, но это, типа, да? Слушай, а сколько у меня, интересно, лошадок? Есть три лошадки или нет? А мне все равно 4 надо. Надо лошадок наловить, чтобы... Подожди, а какого? А, не могу посмотреть. Так, мне нужно сколько получается? 30, 60, 90. Короче, ну, 200. 240, наверное, да? Ну, если на 2 умножать. Получается 4, 1, 2, ну, 3 как минимум. Они в основном камни добывают, железо только... Ну да, да, вот, понятно, я понял. Слушай, а можно тогда карьеру брать со второй базы, и они будут добывать тогда... Слушай, это гениально. Мне камня-то столько не надо уже, наверное. Хотя, блин, вообще, я, кстати, тупанул. Мне надо было каменную базу делать. А я делаю деревянную, блин. Вон, видишь, у меня есть вот этот. Будет постоянный приток у меня. Потому что, ну, камня тут уже миллион, на самом деле. Тут тысяча. У меня еще на основной базе дофига. Давайте снесем. А, блин, у меня теперь перевес. Так, ну я надеюсь, вы это донесете, ребят. Что, там много, что ли? Да ёпта. Да господи, открой. А, тысяча, нифига. Вы будете отсюда таскать? Да ладно! Ты гонишь, что ли? Нихера у меня тут. Это ладно. Так, и что вы пошли делать, объясните мне? Что-то не добывает он нифига. А, да, он отдыхает. О, понятно. Пошли что-то рубить там вроде. Так, вы опять, да, стопудово натаскали сюда? Нет, не сюда. Хватит жрать мою пшеницу. На пару с молоком моим. Куда у вас тут молоко? А, подожди, у меня... А, я тупой, да, получается?
Они реально жрут мою пшеницу. Мелкие ублюдки. Я заберу. Кого поливаешь? Дурень. Ладно, надеюсь, что они будут добывать. Еды у вас миллион. Вообще. Как сделать так, чтобы они пшеницу не таскали, интересно? Никак. Мистелепорт, старая деревня или ветка, как так. Там много железа, рядом 6 или 7 жил. Ралин, ты гений. Забить все этими ягодами. Блин. Где ты раньше был? 2,5 года тебя не было. Ты такой полезный, оказывается. Все, не... я запрещаю тебе уходить с канала. Блин, кайф. Ты прям вообще голова, ёпта. Слушай, а подожди, строительство. А у меня не сносит пшеницу, как еду. Поставь перед ней иную еду, и они есть ее будут. Так нет, мне не нужно, чтобы они пшеницу-то жрали. Подожди, зачем? Я наоборот не хочу. Так. Да господи. Ну теперь у меня яиц не хватает. Мне нужно еще, чтобы яйца делались. А кого тут можно заменить на курицу, чтобы она мне яйца приносила? Вообще, у меня есть хорошая курица. Есть вот одна. Мотиватор, кстати. Так, травка и это, да? Это полезный, полезный. Блин. Огненного одного убрать. Блин, он такой тоже... Ну, хотя ладно. Пофиг, пускай так будет. Фоксика уберем. Просто они вдвоем прям хорошо там справлялись. Так, снесете потом. Пошел дальше добывать. Они жрут с первой ячейки до последней. Так блин, понятно. Они ее не жрали, они просто ее таскают туда, где она не должна лежать, понимаешь? Мне нужно, чтобы они таскали ее в этот. Кстати, а что я туплю? Подожди. Ну-ка сюда. А, ну да. Сейчас я. Чики-брики! Спасибо. Яйцо плюс. Четыре яйца. О, блин, то, что ну... Ой, я их сейчас не убью, наверное, да? Золото. Чего? Сюда иди. Я не попал просто. Да тихо ты. Ай, добил, блин. Ладно. Ой, не промазал. Так, а сколько там? 41, нормально. Не нужны эти лошадки, чтобы свою прокачать. Что? Ты не поймалась? Серьезно? Сколько у тебя там? 48, давай. Да, я ягодами, все нормально, да, я забил. Да господи, ты задрала, слышь, животное. Я не вижу твоего хп. Да иди ты сюда. 77, ну хватит уже. Уже не смешно даже.
Оружие повреждено. Да ё, когда успел-то? Я только пришел. А если топором добывать, что, долго это? Да, это пипец. А ремонтным набором можно оружие чинить, интересно? Ладно, понятно. Нафига мне древесина? Пошел чинить, что делать? Вот что-то хотите, я вам еще поною? Да, отвертка, который. Вот смотрите, вы начали общаться, у меня сразу в два раза больше зрителей стало. Потому что, знаете почему? Потому что канал начинает в рекомендации попадать. Вот так вон. Сейчас, правда, все разойдутся после этой фразы, но это не важно. Главное, чтобы те, кто надо, поняли, что это важно. Ваше общение в чате. Алло! Похавал. Где мой этот? Блин, он застрял там, серьезно. Иди сюда. О, 4 можно. Парни, расходимся. Так, сидеть! Сидеть на месте. Тоже мне расходимся. Видишь, что придумал? Так, где мои? Где мой главный? Туз Мумбрик, вот он. Так. Ну во. Где? Привет, Лидариана. Ничего себе, какие люди. Слушайте, он реально тупень. Ну хватит поджигать. Иди сюда, пожалуйста. Ну постой. Дубина, стой. Ты куда? Вот видите, у меня собаки нету. Сразу они тупить начинают. Стоит на ту... А вот подожди, ты как попала на мой стрим, Лидариана? Ты сама пришла? Ну, типа, у тебя я в фолове есть или по рекомендациям? Куда он опять убежал? Голоден, ты только что жрал. Иди давай, мне металл нужен. Вот на разойтись я сразу согласился и разошелся. Расходился, да. Разойтись, типа начать общаться, правильно? Я же давно зафоловлен, ты у меня слез. Нет, ну я просто, вдруг ты отфолавливалась, я же не знаю. Так. Не помню, сколько мне надо. А, мне 2 всего надо было. Так, дружок, пирожок. Все. И готов. Угу. Все, скидываем. Что мы там набрали? Сюда. Это сюда. Так, что они опять накидали? Вот это сюда. Че по яйцам? Ничего. Все, как морозится? Хорошо? Ну вот. Что-то типа. Так, сколько яиц? 4, блин, мало. Я что-то хотел сделать и забыл. Подожди, что я хотел-то? Ну, ничего не хотел. Пошли. Но всегда приятно видеть знакомые лица, да. И незнакомые тоже приятно. Мы же стримеры. Нам все хорошо. Да, левый список, да-да-да. Сама на днях в эту игру залипла, это смотрю, ты в нее играешь, дай думаю загляну, интересно что. У меня пока что 13 уровень, 7 палов работников, пойму на 10 барашков. Нормально, нормально. Но я сегодня, скорее всего, последний день в эту игру играю, потому что завтра мы идем в другую игру. Завтра мы идем в Enshrouded. Тоже выживач, так что приходите.
Возможно, мы будем одни из первых людей, кто в нее пойдет вообще. Топичи вроде в нее не собираются. Во всяком случае, пока. Но я не видел инфы во всяком, ну, в соцсетях. Шнум только вот собирается, но он там через 2 дня только, у него там выходные. Я еще жду, чтобы мне разрабы ответили. Ранее доступ на релизе вернешься? Ну, это вряд ли, конечно. Но посмотрим. Я, может быть, если этот... Как его? Если Enshroud тут не понравится, может, дальше покемону буду играть. Да тут, блин, тут на самом деле-то, ну, нечего делать. По факту. Игра-то, по сути, пустая. Ты просто гриндишь покемонов. Ну, ходишь там, вот там есть несколько башен. Вот вчера мы одну башню зачистили. Ну, типа такое. Да, сегодня еще, ребят, в 8 часов мы идем, ну, через час, мы идем играть в Lethal Company с сквадом Underground, с Плюшкой, Морозом и Стасей. Да. Покемонов ловить, это же классно. Да я же не говорю, что это не классно, нормально. Почему нет? Людям нравятся покемоны. Я небольшой их фанат. Ну, в детстве как бы мне нравились, да. Но не более того. У меня даже плакат был со всеми покемонами, чтобы вы понимали. Такой большой такой. На стене висел. Но я больше всего Бульбазавра люблю, а тут его нет. Тут есть пародия там какая-то козлоногая. Ну, это такое. Так, там как раз еще 2 курицы бегают. Баз мало. Ну, точнее, даже, знаете, не баз мало, а мало покемонов можно размещать. Типа, знаете, как было бы прикольно? Ты берешь, у тебя, например, этот самый. У тебя здание какое-то, например, курятник. Ты туда запихиваешь, например, 5 покемонов. И вот так вот в каждое здание. Вот это было бы прикольно. А тут, блин, у тебя ограниченное количество. Это такое. Чё ты петушишься? Валим обратно. Опять ночь. Значит, пора, да понятно. Каждому свое развлечение. Я вот до сих пор после рекламной кампании Ушнум и ГХК играю в Raid Shadow Legends. Коллекционирую персонажей. Фига. Не, я что-то вообще... Я играл один раз, но типа без фанатизма. Дорогая игра. Ну да, и туда еще вкладываться надо. Такое себе. Так, мамонт. Не трогай меня. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Что, сколько у меня? 40. О, могу один тортик сейчас сделать. Только я не знаю здесь какой... Какой смысл разводить? Ну, покемонов я имею в виду. Ой. Ни черта не видать. И кто, дядя? Я нашел крутого покемона. Теперь у меня есть супер курица. Надо ее сделать еще и со звездой. Там могут редкие высокоуровневые вылупиться с яиц. С 4 умениями. А-а-а, прикольно. Так, вот, теперь у меня есть такой. Мы его меняем сразу.
me to the river. О, можно продать торговцу. Классная песня. Сто четыре и здесь. А здесь уже все готово. Песня огонь просто. Так, давайте улучшим нашего чувака. А, я его не могу так улучшить, правильно. Так. Что если в него вот этого воткнуть? А, тоже один, да? Понял, все, вопросов больше не имею. Так, толстокожий, вот этот бойкий, спринтер старательный. Спринтер, давай. Лер, привет. Ну вот, теперь он однозвездочный. Счастливый и мазохист. Ну, кайф вообще. Гениально. У него, кстати, искры есть, чтобы вы понимали. Так, 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 так. Кто-то голодный. Даже знаю, кажется, кто он. Так, надо сферы, наверное, сделать. Слушайте, кстати, у меня идея вообще гениальная. Надо сферы оттуда перенести нафиг. Делал автомат, она тебе на голову садится и там сидит, типа. Так, сферическая мастерская. Здесь она нормально будет смотреться. Что, не, поднимаются, смотри. Так, сколько я могу их сделать? Ну, давай штучек 15 сделать. А, на голову, да, это с ППХ, это лисичка, это зеленая, точно, точно. А я еще не очень понимаю, то есть это только ульта, то есть сами они, вот когда, например, атака, они, ну вот кто тусуется на базе, они не будут брать оружие, да? Я правильно понимаю? Или будут? То есть вообще как-то защита базы очень странно выглядит. Они не всегда сами нападают на врагов. То есть мне приходится там с ними сражаться. И моему покемону, который со мной ходит. Они обилками бьют? Так это же и есть как обилка. Это ульта же. Блин, кстати, колокол я снес. Реально. Слушай, точно. Это же колоколом делается. Тьфу. Да в смысле не хватает? Ой, иди в жопу. Колокол надо сделать. Ты прав. Я про него забыл. А как-то он не очень далеко. Чтобы он не мешал. Блин, ну вот здесь он смотрится вообще прям классно. Или можно вот здесь его сделать. Не, нафиг. Это довольно бесполезное здание, поэтому лучше где-нибудь ровней бы, блин, чтобы он делался, стоял. Не, ну ладно, давай здесь, да, нормально.
У меня пока его не было, они сами защищали. Как я его поставил, так только по команде. А, да? Бля, может тогда нафиг его не надо? Текущий режим оборона. Текущий режим работа. То есть они сейчас работать не будут, что ли? Это нормально все. А они будут работать, да, все равно? Оборону будут работать. А-а-а, вот почему. У меня работа, наверное, стояла. Блин, чувак, иди, пожалуйста, делай то, что надо делать. Тебя там... Нахрена ты там греешь это говно? Закрыть дверь туда вообще. Чтобы он туда не ходил. Хотя он, наверное, через стенку сможет это делать. Ой. Конечно, тебя теперь не взять. Иди отсюда, пожалуйста. Сейчас, сейчас, секунду. Задолбали эти уведомления на ВК-плей, честное слово. Выключены у меня, блин, они. Если работаем, пофиг на все. Ну я понял, да. Yes. Так, ушел, все. Нахер. Где он? Иди работай. Не хочу тебя, блин, именно туда ставить. Ты полезный слишком. У тебя там, блин, и дерево ты можешь добывать, а тройка дерева вообще. Вот на самом деле Бусе нужен, нужно таких парочка. Чтобы один на огне был, другой можно на дереве. Хотя у меня, блин, столько дерева на самом деле. Мне уже столько не надо. Ну реально, у меня 4500. Охренеть. Что с этим деревом делать? Не знаю, в жопу выпихать. Я, кстати, там еще не могу себе пистолет-то. А, слитки нужны. Ну куда ты опять пошел? Вот зараза, а. Мне нужен еще один покемон. Кстати, насчет генератора. Да ё-моё. Электри... Блин. Мои органы нужны электрические. Вот этого самурая в размножение сунь с кем-нибудь. А можно разных пихать, что ли? Серьезно? Оно так долго делается, серьезно? Самурай! Короче. О, яичко, смотрите. Мне нужно кого-то менять. Мне нужно все-таки собачку сюда ставить. Собачка прям полезная, пипец. Она реально, она только огнем занимается. Это прям вообще очень хорошо. Только вот кого менять? Блин, ну это полезная, она всю ночь работает. Этот всякую фигню приносит нормально. Блин, придется ее, наверное, менять. Да, она самая такая. Самая не очень. Ваня, кстати, у меня все такие тут нормально прокачанные. Так, чё, где? Где псина? Пошла поджигать. Не очень удобно. Вот увидел человека с овцой. Человека с овцой, нормально. Это весело. Блин, что-то особо не прибавляется, знаете. Кстати, чё я туплю-то? У меня же есть, блин, вот это.
Вперед! Жарь! Я все время забываю про своих покемонов. Я не знаю, что-нибудь притащили, нет? Пастбище свиданий. Так. Я думаю, подождите. Что, до второй базы добежать, посмотреть, добыли они мне там этот? Как он? Железо? Не, нифига, оно стоит, по-моему, ничего они там не добывали. Может, оно резнулось, конечно. Но это вряд ли. Ня. Ни хрена. Тут главное мальчик и девочка, но старайся выбирать у кого менее большого уровня босса желательно. У меня вот самурай, и можно его с кем-нибудь, не знаю, там, с каким-нибудь другим чуваком, боссом. С огненным моим вот этим вот, кстати, с Градорму. И? А, блин, ты теперь там не... Что ты затупил-то? Так а что мне, ну, посмотреть на карте деревни? Я все равно там ничего сделать-то не могу. Какая деревня? У меня есть какая-то... Небольшое поселение, водопад, обитель, пустошь, святое... Чё? Старое святилище... Холм, владение, берег, остров. Не знаю, у меня что-то такого нет, нифига. Башня, руины, церковь. Вот небольшое поселение есть. У меня же не вся, у меня только полкарта открыта. Бля, может и это вам снести, а? Тут еще 2000 они не перенесли. Ой, короче, хватит, ребят. Все, завязывайте. Занимайтесь чем-нибудь другим, а? Что я набрал, что у меня дикий перевес стал? Я подобрал случайно. Они сейчас, правда, будут все остальное рубить, но... Ничего страшного. Это я заберу. Тут у вас что? Молоко. Нормально. Твою мать. Блин, вы, наверное, тут все завалили уже, да? Почему опять не таскаете сюда нихера? Куда они теперь тащат это все? Надо не так сделать, короче, сейчас. Это, короче, он какой-то багованный, они сюда вообще ничего таскать не хотят. Вообще мне здесь место это не нравится. Блин, хочу все перенести. Все буду перестраивать. Все, надоело. Вы меня задолбали. Да ёпта, теперь у меня перевес еще дикий. Не-не, подожди. Так, только не подбирай это говно. Хочу сделать вообще вот тут вот все. По-хорошему. Пшеница. Правда, здесь бегаете постоянно, но хер бы с вами. Хотя можно вот сюда немножко вот так вот сделать. Блин, гнилые упыри, отойдите. Мешаете.
откроет. Ну давайте, давайте, молодцы, все, валите. Да ты издеваешься, отойди. Блин, теперь сажать буду. Ну ё-моё. Отойди. Пожалуйста. Туда иди. Всё. Там можешь что угодно делать. Не подходи ко мне. Так, теперь мне нужно что? Производство. Мне нужна мельница. Мельница будет вот тут стоять. Или вообще можно вот сюда ее, кстати, сделать вот так вот. Блин, а тут тоже все криво-косо. Все сделали, молодцы. Давай сюда. Надо, наверное, вот этот сундук тоже убрать отсюда. Че ты его схватил-то? А, ну этот сундук у меня тут нужен. Хотя, зачем? Если им нужны будут семена, они до другого сундука донесут. По-хорошему-то, правильно? Бля, сюда не влезет, да? О, влезает, нифига. Вот это удобно, кстати. Это кайф. Так. Смотрите, значит, пшеница. Все. Правильно? Пшеница же. Так, ну они сейчас сюда натаскают. Говна всякого. Не-не-не-не-не, ребята, ребята, нет. Нет-нет-нет-нет-нет. А что ты их не разделяешь-то? Да прекрати! Да прекрати! Да прекрати! Да, во. Может, теперь нормально будет? А вот этот сундук... Блин, а этот сундук я сейчас хер тут перенесу. Ну, блин, его по-хорошему надо куда-нибудь вот сюда поставить. Сейчас только надо как-то так сделать, чтобы я до него достал. Хотя нет, можно вот сюда его сделать, чтобы они сразу в него таскали. Так, мы максимально отходим. Оп. Сюда. Теперь это снести. Да нет, не тебя. Иди. Пожалуйста, отойдите, ребят. Вы меня бесите. Ты-то чего, блин, остался мне тут? Уйди нафиг. А, во, они перетаскивают, лол. Так хорошо там лежало, конечно. Я не достаю. Я просто быстрее сам это сделаю, чем они тут будут вечность это таскать. Ну вот, как-то так. Нормально. Зато, кстати, волокна теперь будут добываться. Вот, видите, да, и они таскают сюда. Да, это долго, я не спорю. Туда таскать, ну что поделать. Так, не-не, нафиг это дерево. Здесь у вас едальня. Ну и все. Вон там до хрена всего. Бля, может его лучше сюда сделать тогда? Пускай там одно будет, а здесь другое. Где-нибудь вот тут вот сундук воткнуть им. Я вообще придумал, что надо сделать. Надо сделать дом здесь какой-нибудь прикольный. Кстати, я же могу тут все разровнять. Чего я тупень-то такой? Где моя база? А в самом начале. Вот, вот здесь. Я далеко-то не уходил. Можно здесь сделать лестницу? Ну почему накладывается на другой объект? Объясни мне, пожалуйста. Какой другой объект? Во.
Теперь нормально. Ну вот. Вот. Что, неужели так сложно было? Блин, а там... Я так и знал. Я так и знал. Я теперь двигаться не могу. Вообще базу на горе почти построил. Ну, видишь, тут я искал более-менее место, а потом, ну, я первый раз играю, правильно? Поэтому я бы в другом месте вообще строил бы базу первую. Так. Вот так, да? Нет, не так. Вот так. Да почему ты... Паразит такой. Да чтоб тебя! Сколько можно? О. Ну почему? Опять что-то ему мешает. Вот. Ну вот так вот, да, нормально. Теперь можно здесь сделать хранилище. Вам удобно было, вот прямо тут его воткну, а таскать все, что хотите. А тут и подъемы вам тут, и все подряд. Что хотите, вот прям, что хотите, то и делайте. Ну вот, все идеально. Базу надо большую, потом палы огромные будут, если все близко, они багуют. Да, 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 у меня есть такое, да, что они багуются, застревают и все вот это вот. Так, сгинь. Молодец. Ну, смотрите, класс. И она все равно в воздухе, да? Пытаюсь навести красоту, только у меня уже косяк пошел. Когда-нибудь бомбанул с этой вот строительства. Ведь просто надо запомнить, блин, как, где и куда. Все. Во! Что, плохо, что ли? А, да ладно, я еще вот так могу. А, ну правильно, могу, да. Че? Ну кайф. Кайф же. Смотрите, чат. Еще лесенок тут наделаем, и вообще будет прикольно. Бля, главное, здесь можно лесенками нормально так делать. А, вот тут уже все. А, нет, нормально. Чтобы они тут не баговали. Ну, это, конечно, утопия, но ладно. Ну, смотрите, кайф же. Прям... Пирамида. Так, вы начали складывать мне мою пшеницу? Хрен вас поймешь. Подожди, она же портится, да? Блин, она же еще и портится. Тут надо им холодильник, может? Нет, еще холодильником сюда вообще что ли херели? Нет, то вам жирно будет. Хотя, а, нет, слушай, так не пойдет, потому что я же буду всегда тут максимально нажимать, и она будет здесь вся пропадать. Косяк. Ну ладно, у них, в принципе, да пускай таскают. Вот что он там? А, он полив. Чего вы там уже натаскали-то хоть, расскажите. Нормально. Что, железо притащил? Откуда его притаранил? Они прокопали железо, что ли? Да ладно, ура. Либо нашли где-то мною дропнутое. Я вроде не дропал. Блин, вот что-то вот разошлись мы на игру, и так хочется в нее дальше играть, а сейчас надо уже в Lethal Company идти. Я понял, чем надо было 3 дня заниматься. Надо было заниматься строительством. Вот это самое интересное. Потом все равно в камень перестроить. Да не буду я перестраивать. Да, игра очень залипательная. Просто сейчас вижу что-то вот... Опять же, ребят, вот вы мне подсказываете. Я что-то начинаю там думать. Это же намного интереснее. Прям контент попер.
Ну чё, ладно. Я завтра строительством буду с вами заниматься. Вы главное, приходите. Тут, да. Так. Пирожное, кстати, почти готово. Почти, но не почти. О, да, детка. Во сколько завтра? Ну, у меня вообще стрим я начинаю в 3 часа, но вот сегодня... Ну, просто я сейчас опять себе режим сбил. Поэтому бывает попозже. У меня обычно с 3 там до 11 где-то так. Ну, бывает, вон тут я сидел, когда позавчера, короче, я сидел до 4 утра. Потому что очень хотелось в эту игру поиграть, не знаю. Но я говорю, я залип и все, и до свидания. Так, что с генератором? А. А где мне эти электронные органы? Подожди, кстати, у меня же есть... А, у него нету пастбища. Слушай, подожди, у меня же есть вот. У тебя тоже нет пастбища. А как мне, блин, электронные органы-то добывать? Это, кстати, тоже электрические чуваки. Завтра работа позволит, приду. Приходи. Вообще, ребят, у нас есть такая штука. Называется она Telegram. Вот, залетайте в нее. Вообще, вот все ссылки вам, которые у меня есть. Залетайте, чтобы не пропускать анонсы стримов. Буду вам признателен за это, если залетите. Там и анонсы, и в Телеграме там всякие есть кружочки, фоточки. Тут вот, когда в воскресенье я скидывал фотку своих животных, например. Кошки и собаки. Они, правда, фоткаться очень не хотели, но они старались, правда. Блин, кстати, эту штуку чинить надо, вон она уже. Хотя легче сломать и заново построить, реально. Тут, блин, вот в этой игре прикольно, что ты можешь реально сломать и вернуться в те же самые ресурсы, ты заново построишь. Так, а где моя это? Продорма, давай, помогай. Пора. Да не то. Надо подальше этот костер отнести. Вообще можно его отнести куда-нибудь туда. Там будет. Или холодильник. Не, ну холодильник. Ну холодильник в центре это. Я же говорю, ребят, я же неплохой стример. Просто да, мне с онлайном не везет. Да, мне не везет с тем, что у меня все мои постоянные зрители луркеры. Я их очень люблю, конечно, но я всегда ими недоволен. Я хотя собой, наверное, больше недоволен. Вот. Смотри, яйцо прет. Взял, дропнул. Называется, заметили его. Поэтому ко мне можно и заходить и смотреть, что. Со мной есть о чем поговорить, я не тупой. Ну, местами. Я, кстати, думаю, знаете что? Надо снести там одну плантацию. Вот что надо сделать. Так, ладно, ты пока сам, я пойду, да, снесу, пожалуй. Вот эту вот. Она нахрен не упала. У меня столько еды, что, блин, я ее за век не сожру. Боты с ума сошли. Так. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну все. Давайте котелок сюда поставим. Да я знаю, да, что кнопка R можно переносить то, что есть. Я в курсе. Мне же сейчас нечего переносить. Особо. Так. И что надо делать? Не хватает пирожного. Требуется по одной особи. Так. А, их надо сюда закидывать, да? Где там мой дурень? Я самурай. Самурай! Алло, где он? Бабочка зависла. Не знаю, где самурай.
Стой! Упырь, иди сюда. Так. Ну, заканчивай жрать. Пирожное нужно. Вот же пирожное. Ой, трудоголик ты наш. Давай уже, пожалуйста. Почему я не могу его взять на руки-то? Стоять. Не могу его на руки взять, я не знаю почему. Может, надо все освободить, мне, ну, бред. Остановитесь. Я не могу его подобрать, я не знаю почему. Я... Да ты опять там, что ли? Да не этого. Иди сюда. Во, могу теперь. Крадурма, я же тебя там закинул на этот, не? Нет, стой, остановись, падла. Как его разводить-то? Сел в автобус, молодец. Поздравляю. Ну и нифига. А, не, во, подожди. А он уснул, лол. И как это делается? Поднять я его не могу. Так, а ты вообще у нас кто? Ничего не понимаю. Так, угу. Нам нужен мальчик. А Градурм у нас девочка, блин. Че, может этого? А если я просто закину? Эту кнопку ебаную нажал. Куда? Сюда надо закидывать пирожное? Вот, девочка тут есть. А, ну все. Получается, нужно взять теперь кого-то. Какого-то мальчика надо взять. Кого? Кого мы будем разводить-то? Кстати, вот с ней ничего так было бы, но она девочка. Пирожное сыну, я уже положил. О! Вот с тобой можно разводить. Так, а кого мы заменим? Ну, давай пока... Пока КТ заменим. Сейчас раз туда пошел? Нет, он не туда пошел. Остановись, блядь! Стой, падла! Спать пошел. Смотри по профам. А, кстати, да, еще же профы. А кто мне нужен? Так. Ты, жопа толстая. А кто мне нужен-то по профам? Да, реально, он же бесполезный говнюк. А вы хотите сказать, что они потом объединятся, типа? Типа, может быть, вот у этого огненного чувака может быть вода? Максимально умелых бери. Максимально умелых. Но этот умелый. У него прям все хорошо. Да я вот что-то Спарки-то, да, смотрю.
Давайте спарк, это реально. Я хочу просто посмотреть, появится реально там это. Ну, электричество у него. Но почему я не могу его взять? Я ненавижу эту игру. Добытчики металла и ручная работа. Блин. У меня Алиса с ума сошла. Мигает что-то разными цветами. Добытчики. Главное, чтобы большое яйцо упало. Я понял, да, что не берутся. Добытчики металла, говоришь, да? И ручная работа. Ну да, вообще. Подожди, у него нет ручной... А у него есть ручная работа. То есть у меня просто добытчик металла. Во, можно, кстати... А, блин, девочка. Ну все девочки, блин. Развелся харем. По славу императора. Спасибо за фоллоу. Водичка. Точно, это был будильник. Так почему-то он не слышен был. Алиса, сделай максимальную громкость. Громче уже некуда. Странно. Горем, горем. Ты что, Кативу может взять? Давайте... Блин, я не знаю. Давайте Катио возьмем. Где он? Катио, стой, блин. Мелкий упырь! Хотя, подожди. Секунду. Блин, там одинокий самурай. А, ну девочка же, да, блин. О, есть мальчик. Ну, что-то все такое. Босса мальчика нет. Вот есть такой босс мальчик. А, не, подожди. Вот девочка, девочка. А, нету босса мальчика. Так он сам босс. А, подожди, а может есть? А, нет, есть. Ну, они такие себе. Я помню, я уже подготовился же, все нормально. Все у меня готово. Вот этого, короче, будем брать. Бери босса. Кого тогда? Давайте вот этого тогда. Так, заменим его сейчас на кого-нибудь. Не знаю. Что там у тебя? Давай заменим тебя на Кативу. Где ты там? Стой. Почему они все идут туда? Мне кажется, что они хотят его изнасиловать, не? А подожди, то он тоже девочка, что ли? Да ёб твою мать! Да ты босс, да, девочка. Тьфу, блядь. Мне босс-мальчик нужен. Ну, короче, да, у меня тут все девочки, блин. Говно. Давайте вот этого больше некого. Все.
Воспылала любовью. И чё, когда они это? А, понял, все. Они любят друг друга уже. Копье Марса синенькое, зеркало Венеры розовое. Да я в курсе, что. Не подглядываю, блин. Ну подожди, ну одним глазком. А, она его съела? А он жрать пошел, ну правильно. Почпокался надо и передохнуть. Все верно. Так. Ладно, сейчас мы, наверное, дождемся как раз, как они чпокнутся, и будем заканчивать. Я, наверное, не дождемся. Не, ну дождемся, что. Что там с моим генератором? А, ну да, электричества-то нет. Мне нужен какой-то... Блин, почему лошадка не может пастись? Мне это непонятно. (Клес) 149 уже, нифига. Блин, надо готовить хлеб. А, я могу еще одну, кстати, сделать. Даже два могу сделать, нифига. Вон натаскали-то. Давай, делай. Пишет, пишет, пишет. Так. Бутеры профитнее. Бутер это понятно. 21 металлический слиток. На самом деле, здесь это тоже можно. Хотя, блин, нет, тут они-то начнут мне базу всю разносить. Это, тут пока все красиво, ничего пока не надо делать. Надо прокачаться бы. Так, мастерство поимки. О, усилить. Так, усилить пала. Ух ты, нифига, 23. Охренеть. О, уже фиолетовые такие штуки нужны, ни хрена себе. А это вообще что такое? Пожертвовать души палов можно усилить способности. Что, сбросить можно? Давай, Ралин, давай. Возвращайся потом, потом еще. Мы сегодня долго играть будем. Так, половина. Половина, половина. О, пистолет, наконец-то, ребята, пистолет. Давайте сделаем себе пекалку. Пикачу, ты не хочешь помочь? Только что подошел и пошел отдыхать опять. Отстаньте от курицы. Снесла яйцо, реально. А интересно, если я босса скрещиваю с боссом, у меня родится босс или нет? Вообще скрещивание максимально запарное. Причем чпокаются они всегда, а яйцо появляется только с пирожным. А, да? Прикольно. Так, 20 минут осталось. Там уже, ребята, я вон вижу, заходят в дис. О, сделали, наконец. Ну чё, теперь у меня пистолет. И чё, как? Ля, пушка! Интересно, какой у неё дамаг. Так, подожди, не то. Какие эти патроны нужны? Вот эти. А такие нельзя? Нет.
Просто надо вообще отсюда убрать. Вообще вот это можно все выбросить. Нам все не нужно. Я же один играю в конце-то концов. Вот это оставить. 320? Да? А я не посмотрел. А, да, 320. Нормально, кстати. Сколько патриков? 6 патрон, нормально. Так, это удалить. А вот порох мне надо бы куда-нибудь запихнуть. Морбаля 346. Ну, этот, у этого 6 патронов. Так что... Да порох запихнуть. Что-нибудь отсюда выбросить. Вот так вот сделать. Надо запихивать вот это. Ну все. Теперь у меня есть пистолет. Хоу-хоу-хоу. Давайте быстрее спаривайтесь, ну. Я вас потом еще выпустить оттуда надо. Что у меня там по ягодам, кстати, 93 еще нормально. Есть тут что полезное-то, нет? Порох. Ну, такое сюда. Патриков много. Сейчас у меня 67. Патрики, порох. А что порох делается? Где он вообще делается, интересно? Я вообще умею его делать. По-моему, я изучал порох. Может быть и нет. Кстати, вот это надо изучить. А, вот порох. Качественный верстак. Ага. Вот он. А, ну вот, серый древесный уголь. Понятно. Так, давайте сделаем много угля. Сойдет? Хотя подожди. Подожди, это 500, да? Ну да. Нормально, пойдет. Так, вы что? О, они снесли яйцо. Так, подождите, или вас надо оттуда выкинуть? Так, так. И подожди. Вот это вот на это поменять. Большое огненное яйцо. Интересно, ему там надо будет много огня вообще, или как? Так. Я. Блин, 40 минут надо ждать, охренеть. А если я ему еще жара добавлю? Можно сделать, чтобы он прям вообще максимально быстро сделал? Нет, 40 минут. Холодновато еще? Ты серьезно? Ой, не надо так. Опять холодновато, да ладно. Да все еще холодновато? Интересно. Слушай, не, нифига. Ну-ка, если дверь закрыть. Холодновато. Не, нифига, не работает. Как это по-другому делаться должно. Ну, понятно. Так, ладно, чат. Все, это мы потом тогда сделаем. Может, камин нужен? Камин, 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 камин. А где это камин? В мебели? Я его не изучал, наверное. Сколько у меня время? Время 15 минут осталось. Камин.
Так. Древесный уголь, 5 штук. Может быть и камин, не знаю, сейчас проверим. Чё-то не магнитишься, блин, я хочу. Сейчас, ребята, я сделаю там стоп-старт потом для Ютуба. Ну, мне надо запись обрезать. Вот. Ой, ну ты встал, конечно, тоже мне чудовище. А что он накладывается на другой объект, а почему? Серьезно? Пойдет. Костер отсюда работал. Вот что он разжигает? Не, нифига. Ни камин, ничего не работает. Ладно, насрать. Все, хватит. А, да уйди. Уйди, говорю. Все. Продолжим потом, когда-нибудь. Вот, ладненько, ребят. А, я сейчас сделаю стоп-старт. Обрежу запись для Ютуба. Отойду в тубзек. И мы с вами пойдем в Level Company. Вот, так что не разбегайтесь. А, блин, наверное, я даже, наверное, знаете, я, наверное, запись обрежу прям, ну, типа, прям стоп-старт сделаю. Все, давайте, смотрите стримы, добавляйтесь в мои соцсети и подписывайтесь на наших ребят из андерграунда. Вот, вернусь через пару минут, не разбегайтесь. Все, давайте. Пока-пока, до новых встреч, увидимся, когда увидимся. Да. Смотрите стримы обязательно. Угу. Пока. I just want you, I just want you, words I never said but wanted to, I just want you. We'll be right back.